Привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня мы приготовим очень эффективную маску для лица от глубоких морщин. Эта маска делает кожу бархатистой, свежей, эластичной, предупреждает дряблость, хорошо очищает и тонизирует ее. Маску можно применять при любом типе кожи, но идеально она все-таки подходит для жирной и комбинированной кожи лица. Для ее приготовления нам понадобятся сухие дрожжи и виноград. Сейчас виноград продается круглый год, и у нас есть возможность питать и омолаживать свою кожу все сезоны в году. Измельчаем виноград и отжимаем сок. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. К 1 столовой ложке сухих дрожжей добавляем свежий сок винограда. У нас должна получиться кашеобразная масса. Распределяем ее с помощью кисти по лицу. Оставляем на 10-15 минут. Затем умываемся водой комнатной температуры и наносим свой обычный ухаживающий крем. Проводим такие маски курсом из 15-20 процедур. При жирной коже лица 2-3 раза в неделю, при сухой 1-2 раза в неделю. Девочки, попробуйте приготовить эту маску, думаю, ваша кожа будет довольна. Тем не менее, несмотря на всю безобидность входящих в эту маску компонентов, перед применением средства не забываем сделать тест на аллергию на сгибе локтя. Часто в комментариях вы мне пишете, что в основном все рецепты красоты на моем канале подходят только для жирной и комбинированной кожи. Что неудивительно, раз у меня у самой жирная пористая кожа. Но обещаю, что теперь на канале будут выходить эффективные маски и прочие средства и для сухой кожи лица. Если омолаживание сухой кожи лица вам интересно, как обычно, жду от вас обратной связи в виде оценок и комментариев. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Пока-пока, до новых встреч!